Доброе утро, мои дорогие, мои любимые, мои хорошие. Желаю вам отличного настроения. Сегодня мы готовим очень вкусный завтрак. Надеюсь, он таким и получится. Крокодиловая груша. Что же это такое? Ну, пытливый зритель уже наверняка погуглил. Речь идет о авокадо. Его называли овощем, кто-то его считает фруктом, но на самом деле, представляете, это ягода. Почему же называют крокодиловой грушей? Да потому что если разрезать его вместе с косточкой, все это будет напоминать глаз аллигатора. Именно это и будет главным ингредиентом сегодняшнего завтрака. Начнем, пожалуй, приготовление. Куриные яйца сварим всмятку. Ну а сейчас я, пожалуй, приготовлю пюре из авокадо. Что я делаю? Разрезаю его до косточки. Авокадо у меня невероятно мягкий. И делю на две половинки. Вот он, тот самый глаз аллигатора, узнаете? Косточку мы убираем, она нам не понадобится. И авокадо, собственно, мы тоже очистим от кожуры. Так, кусочки авокадо засыпаю в чашу и начинаю измельчать в пюре. И вот на этом этапе я добавлю еще зеленый горошек. После того, как мы сделали пюре из авокадо и зеленого горошка, я возьму примерно 100-150 граммов сливок, 20% жирности, кулинарные, и постараюсь их аккуратненько взбить. И вот с такой пенкой отправляем это все к пюре. Хорошенечко это все вымешиваем. И сюда же буквально пару чайных ложек добавлю лимонного сока. Пюрешка готова. Мы ее убираем в сторонку. Ждем, пока сварятся яйца. А пока возьму сосиски на молочке от торговой марки «Ратимир». Эти сосиски можно найти абсолютно в любом магазине, который находится рядом с вашим домом. И вообще торговая марка «Ратимир» частенько выручает нас вкусными, приятными продуктами. На разогретую сковородку добавлю немного растительного масла. И сосиски, которые мы с вами мелко-мелко в хаотичном порядке порубили, тоже отправлю на сковородку немного обжариться. Пока сосиски обжариваются, разрежу пополам эту французскую булочку. Сосиски немножечко поджарили, убираю их в сторонку. И вот прямо на этой сковородке я поджарю французскую булочку. Яйца мы вот таким образом нарежем. Ну и теперь собираем все, что у нас получилось. Сначала идет пюре, сверху идут у нас молочные сосиски. Ну а еще выше выкладываем яичко. Вот такой у нас сегодня получился завтрак. Рекомендую вам тоже попробовать. Правдин приготовил. Приятно подкрепиться.